Ведется видеозапись, господин старший лейтенант. Я вас предупреждаю, ведется видеозапись. Исполните, пожалуйста, пункт 2 и 4. Я здесь по мероприятию еще раз. Тихо, тихо, господин! Что, нападение делает? Кто нападение делает? Кто нападение делает? Успокойтесь, даже не знаете, с кем разговариваете! Ты не знаешь. Здесь надо... Успокойтесь! Президент, сопроводите! Успокойтесь, я вам еще... В сторону мегацентра, так как было открытие, мне было бы там, нас меня ждали друзья, я двигался в то направление. Заметив тот факт, что с маленькой улочки, которая выходит на Фрунзе, затруднен выезд, я заметил, что ниже происходит правонарушение, это разрыв двойной сплошной, а впереди стоит сотрудник дорожной полиции, который никак не реагирует на это. То есть у него не включены были мигалки по правилам дорожного движения, только включены сигналы аварийной остановки. Подъехав к нему, я попросил, сообщил о том, что происходит правонарушение, и чтобы он предпринял какие-то действия. Он даже окно не хотел мне открывать, после чего я как бы постучался. Он открыл окно, и я сказал, тогда почему вы сами нарушаете, затрудняя выезд с проезжей части? Потому что реально они просто по правилам движения перестояние на перекрестке запрещено, но водители вынуждены были нарушать правила из-за того, что данный сотрудник стоял, нарушал. Видимо, это его разозлило. Он сказал, сейчас я тебе устрою нападение на сотрудника, вызвал подкрепление, то есть заранее вышел, и там как в видео все было сказано. К сожалению, не полная запись, так как меня уже он сделал подсечку в борьбе, видимо, со мной хотел побороться, опустил на пол, и дальше так все как-то мутно было. Потом подъехали другие сотрудники правоохранительных органов на пазике и силой затащили меня в автобус и начали душить. Вот этого я вообще не понял. После того, как меня уже затащили, держали, начали душить, я даже слова не мог сказать, чуть ли не умоляя со слезами, отпустить, сделал вздох. После этого я уже начал, соответственно, собрался с мыслями, вызвал скорую помощь сам себе, потому что 5 минут просил их вызвать скорую, они только смеялись. После того, как меня отвезли в скорую, я поехал в отдел собственной безопасности, написал заявление и получил направление на прохождение судмедэкспертизы. Что я сделаю завтра утром, потому что они работают до 3, почему-то опять мне непонятно почему. Обычно, когда начинаешь снимать, многие сотрудники просто, видимо, знают всю серьезность последствий, как-то приспускаются и уже начинают то ли улыбаться, то ли мирно, конфликтно, без конфликта мы разрешали все споры. Но сегодняшнее действие, это прям, может быть, ему нервы полечить стоит или что, но... Я возмущен действием сотрудника дорожной полиции.